Добрый воскресный денек всем фанатам баскетбола. Единая лига ВТБ. Мы с вами в Санкт-Петербурге. Второй матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и казанским «Униксом». На ногах Моня может не справиться. Как красиво играет Лоренцо Браун. И Клименко колотит сверху. Перевод за спиной получился потрясающим. Владение «Уникса» и пытались чудом затащить ту встречу, но этого не удалось сделать. Какой классный блокшот. И до конца атаки секунд 8, поэтому ответочка, наверное, будет достойная у «Зенита». Бэкдор кат и слэм-данк от Джерона Джонсона. И, видимо, отказывается от этой комбинации. Будет атаковать сам, но на нем двое. Карасев за 2 секунды до конца первой 10 минутки. Карасев. И последнее владение в этой 20 минутке за «Униксом» — это Лоренцо. Это его остановка и бросок. Еще раз смотрим, как Лоренцо забивал. Дмитрий Кулагин здесь повелся на памп-фейк. И уже вернуться в матч в четвертый так и не удалось Чави Паскуалю. Здесь именно он контролирует эту игру. И один из самых красивых моментов этого матча. Кстати, у Джей Мэйо просто приклеивается к Бэрону и только столкнувшись с другим защитником, теряет позицию. Алекс Пойтрес сквозь двоих. Какой же у него убийственный перевод за спиной. Джордан Ллойд перехватывает. Баунс-пас. Тайсон Картер! И его томагавк. Великолепная атмосфера на Сибур-арене. Размен произошел. И Ллойд в никуда скидывает. Хезанья обокрал Зубкова. Мощнейший слэм-данк от Марио. С ним на площадке казанцы выглядят лучше. Несмотря на то, что они проигрывают 11. Какой блокшот от Кулагина. И контратака «Зенита». Плюс 13 становится. Возможность для «Уникса» начать этот камбэк. Лоренцо Браун на Мосли. Слэм-данк. Минус 8. Вряд ли будет делиться мячом с кем-либо. Но от Джордана Мики один в один. Пошел и получил блокшот от Пойтреса. Карасев на Бэрона. Пойтрес на Бэрона. На победу! Билли Бэрон ставит точку в этом матче. 1-1. Счет в серии. Все начинается заново в Казани 11 мая.